Христос воскресе. Прихожу я, значит, недавно домой. А бабушка, у которой я живу, телевизор смотрит. И идет там передача «Наедине со всеми». Казалось бы, какое мне дело, кто там с кем наедине? Но, мельком глянув на экран, вижу знакомое лицо. Отца Иоанна Охлобыстина. Вот, думаю, это уже любопытнее. У меня самый последний вопрос, Вань. Ты сейчас находишься в запрете, да? Да. А если этот запрет будет снят, будешь ли ты, во всяком случае, просить об этом? Хочешь ли ты вернуться, чтобы стать отцом Иоанном? Конечно, конечно, хочу. Меня очень много беспокойств ждет, потому что, опять связано с предыдущей жизнью. То есть шлейфом все равно за тобой же жизнь идет. Да. Я долгое время буду, но это Господь меня отстегает за то, что вот мордой много тыкался в телевизор. И потом бабок исповедовать. Они же основа мироздания, они точка маятник, крепление маятника Фуко. Но, к сожалению, пришел я уже только на самую концовку. Эх, думаю, жалко. С удовольствием бы посмотрел. Но благо есть интернет, поэтому я скачал и посмотрел. Люблю этого дядьку. Интересный человек, стараюсь следить за его творчеством. Хотя бывает и не всегда. Что есть «Доктрина 77», я все-таки поленился разбираться. А так отца Иоанна посматриваем. Даже интерны смотрел. Правда, не все серии, их там очень много. В общем, хороший человек, интересный, с юмором. Еще а правда, больше. Что ты своих детей бьешь? Бью? Ну да. Может, это где-то тоже пошутил, сказал. По заднице сказал. Я могу дать. Да, а чего нет? Я однажды иду чай покупать, а рядом ларек с игрушками, всякие вертолеты, и лежит бутуз жирный такой, хорошо одет. Не-не. А рядом стоит хорошенькая блондинка, увидела меня, видимо, где-то в кино, видит, артист стоит рядом, человек говорит, ой, я знаю, что у вас много детей, что бы вы сделали на моем месте? Я говорю, вы знаете, я бы на вашем месте прям носком сапога ему в живот, чтобы он улетел через весь зал туда, об стенку ударился, и представить себе не могу, чтобы мои дети вот это делали. Это ужас какой-то. Это вы, я говорю, что себе на старость-то воспитываете? Он же будет сам несчастен. И что она сделала? А она поменялась лице, ее затупила, а пока тупила, я купил чай и ушел. Поэтому и интервью тоже получилось интересное. Ведущая, правда, местами немножко чудила. Ты обаятелен и талантлив. У меня нет ни единой претензии к тебе, как вот Ваня Охлобыстин человек, но только как только я в эту секунду понимаю, что священнослужитель, я говорю, минуточку, не вообще никак. Вот если бы я пришла в храм и увидела тебя там, а мне бы была нужна исповедь, я бы, наверное, к тебе не пошла. Но ничего, общее впечатление испортить не смогла. Поэтому всем рекомендую, внизу будет ссылка, ну и ВКонтакте у себя на страничке выложу. Всем приятного просмотра.